программе «Светофор» цвет населенного пункта диктует нам правила поведения во время коронавируса. Не все черно-белое. В зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом, каждый населенный пункт в Израиле получает один из цветов светофора. Цвет определяет нашу ежедневную рутину и может меняться каждые 2 недели. Цвет населенного пункта зависит от 3 факторов – количество новых зараженных, уровень заболеваемости и доля положительных тестов. В оранжевом населенном пункте высокий уровень заболеваемости, следовательно, допускается только ограниченное количество людей в общественных и деловых местах. Разрешенное количество людей на открытой местности до 50 человек и до 25 человек в помещении в зависимости от размера помещения. Если вы являетесь ответственным за скопление людей или прием посетителей, важно, чтобы вы знали все эти правила. Все вместе мы сможем обуздать стремительное распространение эпидемии. И если вы были в контакте с заболевшим коронавирусом, тут же отправляйтесь на изоляцию и полностью завершите период изоляции. При появлении симптомов не ждите, пройдите тест. Программа «Светофор» – образ жизни в соответствии с местом проживания. Более подробную информацию можно получить на национальном информационном портале и по горячей линии командования тыла по номеру 104, на сайте и по горячей линии местных властей и в социальных сетях.